В недавней трагедии, которая произошла в московском метро, я считаю, сложно найти конкретно одного виновного человека. Виновата вся система, потому что кто-то не проверил, а из-за этого пошел ряд ошибок. Да? Конечно, виновные должны быть наказаны, но как их найти, это достаточно такой сложный вопрос. Конечно, нужно наказать тех людей, которые в первую очередь стоят у истоков контроля, да? То есть нужно начинать с верхов. И также, я думаю, что виноваты люди, непосредственно которые проверяли стрелки, да, из-за которых вот произошла вот эта вот ошибка. Что я могу сказать? Нужно ответственно относиться к работе и нужно обязательно наказать виновных людей, потому что если этого не будет, то у нас дальше такие трагедии будут происходить, к сожалению.